Всем привет! И мы в лесу. Первые числа апреля. Посмотрим, как весна идет в 2021 год. Снег везде еще лежит, как и зимой. Можно сказать, вообще не таял. Чуть-чуть только кое-где начала вытаивать травка. Сегодня утро, солнышко всходит. Пойдем посмотрим дальше что-нибудь интересного. Река начинает потихоньку вскрываться. Где мелко, там уже лед начинает водой сгрызать. Появляются большие проталины. Вот здесь поглубже. Здесь еще лед стоит. Там тоже начинает потихонечку отходить лед. Все следы, которые натопчут звери, они на солнце начинают подтаивать, и уже не разберешь, кто тут бегал. Так что пойдем смотреть дальше. Корка. Сегодня заморозок был, 10 градусов еще. На лыжах идти прекрасно. Вообще не проваливается. Идет как будто по асфальту. Следа вообще не оставляет никакого. Так, перебираться надо на ту сторону. Солнышко еще не встало. Еще сходит. Там перебор маленько отходит. Все еще по-прежнему в снегу. Вот они, свежие следы косули. Видать, я их спугнул. Побежали они кверху. Пугать их не будем, потому что корка. Корка вот такая. И она будет резать им ноги. Так что пойдем потихоньку дальше. Пробегала норка. Следы у нее как у кота. Вон нора. Осенняя работа бобров. Вот нора у него какая сейчас вылазит из-под льда.
Вот грызет он чурки. Бедняга, видать, еды ему не хватает. Он как обработал их. Корешки грызет. Прогрыз лед, наверное. Два лебедя уже прилетели. Бедным сидеть даже негде. Вот здесь вода уже бежит. И вот здесь вот бобр уже не вытерпел, не дождался, когда снег уйдет. Уже вылазит из-под льда. Он сделал такую тропку. Такая вот тропка у него. Он корешки грызет там. Палку затащил. Обгрыз. Тащить под лед некуда. И вот он вот, вылазит. И идет по снегу. И вот там тальники грызет, сгрызает их. И тащит их. Здесь ветки вот обрабатывает. Он как их обгрызает. Не может забраться тут вот. Прогрызает снегу вот такую дырку. Зубы ему все равно точить надо. И вылазит он, бегает ночью. Подмораживает. И он не тонет. Еще один вылаз на берег. Вот так вот он зубки точит. Рожка у него такая. Вот так вот ветки обгрызает. Видишь, за несколько раз ветку махом смахивает. Это еще зимняя, видать, осенняя. Вот это вот свеженькая. Вот тут свеженькую погрыз. Так что все еще подо льдом. Вот ищет такие вот проталины на переборах. И не может дождаться. Вылазит и бегает по снегу. Грызет ветки. Вот еще один вылаз. Хороший. Так что... Вот, это у него бобринная струя. Это железы у него такие есть. Так что вот он метит тут, бегает. По дорожке. Залазит, поднимается на берег. И тоже тут грызет, ходит довольно. Это так далеко. Ну тут все пометил. Видишь, куда сбегал, там свалил. Так что ночью черым держит, он и бегает. Солнышко еще только встает. Зато я утром бегаю по снегу. Он не проваливается. Если до обеда не успею вернуться, то будет труба. Лыжи будут валиться. Не знаю, когда дойду. Надо скорее рвать когти с леса. А на речке такие еще ракушки у нас живут. Тоже их норка и бобер ест здорово. Это моллюски. Ну тут одни только шкарлупки от них остались. Вон там белые-то.
от этих ракушек. Это деликатес для них, они его любят. И палочки любят обгрызать, он как грызут. Вот еще одна семейка тут веселится. Тоже тропку натоптала. Бегает он туда в кусты, веточки грызет. И здесь вот тоже веточки грызут. Хоп, и в воду. Поймать его сейчас несложно, но нельзя. Разрешается, когда уже речка вся льдом покрывается, а подо льдом его осенью, в осенний период, взять трудно. Лед долбить надо. Так что сейчас он свободно веселится, знает, что его не тронут. Так, ладно, бежать надо быстрее, пока Чирым не отошел. Чирым — это наст. Корочка подмерзшего снега. Побегу ближе к дому.